Приветствую вас. Я думаю, что в первую очередь надо определить, какую проблему вы хотите решать. То есть вы хотите решать проблему того, что вам нравится девушка, например. Или вы хотите решать проблему, что у вас не получается забыть эту девушку. Или вы хотите быть как все, и вас беспокоит то, что вы не такая, как все. К примеру. Вот, потому что вы в скобочках, например, пишете, что у всех есть парни, да, а у меня нет. Типа. И, ну, очевидно, что вас это беспокоит, да, вот. Совершенно очевидно, что вас это беспокоит, ну, вот, то есть мне кажется, что здесь в первую очередь нужно, значит, ну, нужно поисследовать этот момент. Дальше, значит, соответственно, девочка, которой вы признались в своих чувствах, да, она, ну, по-видимому, просто не ожидала того, что вы, значит, того, что вы ей скажете, и просто-напросто она от вас, она, возможно, другой ориентации, то есть это нормально. Вот. Понимаете, такая штука. Так что здесь я думаю, что просто случайно, что так вот получилось, да. Вот. Опять же, вы пишете, я не знаю, что мне делать. А, да, вот, что вам делать, чтобы что? В итоге, чтобы что получить, вот, вы говорите, делать, да, чтобы что делать. Это очень важный момент, на самом деле, что вы хотите получить по итогу, вот, но от этого. От этих моментов, что вы хотите получить, что вам нужно. Такой аспект. Потому что то, что вам не дают советов, ну, это в некоторой степени нормально, что вам не дают советов, потому что решение относительно того, что вам делать со своей жизнью, решение относительно того, что вам делать со своей жизнью, можете принимать только вы, и никто за вас принять эти решения не может, да и не должен, потому что, ну, иначе это ничего хорошего вам лично не принесет, поэтому я думаю, что в тот факт, что вам никто не советует ничего, это нормально, другое дело, что вы хотите, другое дело, да, что вам нужно, вот, и мне кажется, что это очень важная история, именно вот, именно то, что вы хотите, именно то, что вам нужно, именно то, чего вы желаете для себя, вот, мне кажется, так. Мне кажется, такой момент можно вам озвучить здесь. Значит, далее у вас, очевидно, идет стыд. Тут у вас, очевидно, идет чувство стыда за то, что вы чувствуете, за то, что вы, ну, может быть, не такая, как вот другие, и так далее, и так далее, вот, если это так, то
с этим, на мой взгляд, можно и нужно работать, с этим, на мой взгляд, можно и нужно что-то делать, вот. То есть я имею в виду, что вы можете это исправить, то есть освободиться от негатива, если он есть, освободиться от стыда, если он имеет место быть у вас, вот, но для этого, потребуется работа, вот в первую очередь с вами, работа в первую очередь с вами. Вот, потому что те чувства, которые вы испытываете, они абсолютно нормальные, они абсолютно естественные, в них нет чего-то странного, в них нет чего-то страшного. Вот, то, что вот, мне кажется, основное противоречие, которая имеет место быть, это вот то, что мне кажется, вы чувствуете то, что то, как будто должны вы быть с парнем, но вы не с парнем, вы с ну, вас больше тянет к девушкам, и из-за этого у вас возникает дисбаланс, расщепление. Вот. Если я прав, то в первую очередь именно с этими моментами и нужно работать. Вот, понимаете, какая штука. Чтобы освободиться от начала, да, чтобы освободить себя от негатива, который, имеет место быть у вас. Дальше, может, я делаю что-то неправильно, чтобы что, в чем бы делать что-то неправильно, как мне выйти из этой ситуации, из какой ситуации вам выйти, чтобы что, опять же, да, вопрос, то есть, что по итогу, что вы хотите по итогу получить? Я вот пытаюсь объяснить вам, да, значит, что это нормально, что вы чувствуете симпатию не к своему, не к противоположному полу. В том, что вы вот 20 лет, вероятно, привязаны к своей маме, потому что вы говорите о том, что вот, ну, чтобы ей рассказать. Да, это, конечно, более серьезная проблема. То есть я здесь вижу необходимость сепарироваться от вашей мамы, вот именно необходимость сепарироваться от вашей мамы, вот, чтобы, соответственно, стать более свободной в выражении своих чувств, своих эмоций, своих переживаний, и чтобы не тратить свои силы на вот то, что, ну, на то, на то, о чем вы переживаете сейчас. Вот. И тем самым, стать более свободной, что ли. Вот. То есть это, ну, такой момент, на мой взгляд. По моему мнению, это вот такой аспект, да.
То есть, в целом, ваш вопрос, на мой взгляд, задан, не очень, не очень, я бы сказал, понятно. Вот. То есть, не очень понятно, что, какой помощи вы хотите от нас. Возможно, если бы вы сказали, чего именно вы хотите, более определенно задали бы свой вопрос, то в таком случае мы бы могли вам помочь. А так, к сожалению, нет. Так, к сожалению, нет, потому что вы говорите, может быть, я что-то неправильно делаю, может быть, но неправильно, с чьей позиции, с какой стороны неправильно вы делаете, с какой стороны неправильно вы вообще можете делать что-то. Когда здесь идет речь именно о вас, о том, что вы хотите. Так что вот этот момент, он, мне кажется, нужно исследовать этот момент. Вот. Это то, что я вам могу ответить. Вот. То, что я могу сказать вам, по крайней мере, сейчас. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится.